Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами свяжем форелевую удочку для ловли на резину. Сейчас мы с вами выберем удочки и все снасти в нашем магазине, в котором я всегда закупаюсь. А ко всему к этому вам нужно будет багорик. Вот такие вот есть багорики. 499. Вот такой есть багорик. Оп, раздвигается. Оп. И вот такой есть багорик. Ну вот такой я себе купил, только у меня здесь еще оранжевая, короче, эта ленточка. Вещь нужная. Перейдем к выбору удочки. Какая нам удочка нужна для ловли на резину для форели? Удочка нам нужна без стопора. То есть такая, чтобы был свободный ход, когда она у вас засечется, чтобы у вас размоталось все, начало разматываться, а потом вы зажимаете и потихоньку подыгрываете. То есть стопора не должно быть на удочке. И, соответственно, чтобы она мягенькая была. Так, теперь переходим к кивочку. Какой нам кивочек нужен? Кивочек нам нужен мягенький. Примерно вот такой. Так, теперь переходим к леске. Леска у нас будет 0,14, друзья. Ну, не знаю, себе можете взять потолще, но я на 0,14 ловлю. Так, а теперь нам надо выбрать крючочек. А какой же нам выбрать крючочек? Нам нужен овнер, нам нужен тоненький, остренький. Одним словом, махрененный. Овнер, оригинал, если что, здесь. Так, крючочки, овнер, троечку берем. И бусинки. Сколько грамм, увидим дальше. А начнем мы, друзья, с нашей балалайки. Вот такая вот балалайка, которая не имеет стопора. Вот, берем мы с вами, откручиваем катушечку. Так, берем 0,14 леску, нашу вот такую вот Джексон, которую мы выбрали, 0,14. Берем, продеваем сюда в катушечку, прям все тоненькое, нежное. Так, все продели, продулось у нас колечко. Так, все продели. Откладываем, берем, делаем с вами петельку. Так, сделали петельку. Берем катушку. И катушку эту берем, делаем на нее петельку. Делаем петельку. Оп. Так. Берем, вытягиваем. Так, и берем, наматываем метров 15, наверное, наши лески на эту удочку. Почему 15? С запасом, чтобы, если у вас бахнет форель и попрет, чтобы она у вас перла и не оторвала леску, потому что леска у вас всего лишь 0,14. А 0,14 леска — эта леска очень слабенькая, поэтому нужно наматывать побольше лески, чтобы было много свободного хода. То есть, когда она у вас клюнет, вы будете вот так вот играть балалайкой, да, и она у вас клюнет и начнет разматывать. И когда она у вас будет просить, дай мне побольше лески, вот, будете отпускать, чтобы не порвать. И все. Ну, я намотаю всю катушку, потому что я еще на эту балалайку потом отрезаешь саму снасть, и можно также ловить того же леща, вот, или какую-то другую белую рыбу, того же окунька можно ловить. Вот поэтому я намотаю всю полностью. Намотали мы с вами леску. Берем с вами наш кивочек. Вот такой вот кивочек у нас лавсановый, нежненький.
Вот, берем сначала, продеваем, как не надо, куда надо. Так. Все, продели. Продели тут. Почему я беру, чтобы здесь было ушко и здесь было ушко, чтобы было два ушка? Для того, чтобы у вас не перехлёстывалось и не путалось ничего. И обязательно ушко смотрите, чтобы у вас было цельное, а не присаженное. Если оно у вас будет присаженное, ну как здесь термоусадка и просто колечко. Эти колечки бывают соскакивают, поэтому я такими кивками не пользуюсь никогда. Все, берем, одеваем. Так. Все, одели, приготовили. Все, есть. Вот она у нас получилась. Такая вот штучка. Что делаем дальше? Дальше мы с вами берем крючочек. Берем вот такой вот крючочек с вами, троечку вот такой серии. Вот, ну можно любой, можно потоньше, ну я для себя вот такой выбрал. Так, берем крючочек и привязываем сюда на низ с вами крючочек. Крючочек вяжем и не узлом, там можно поломаром там или еще каким-то, вот, но чтобы на крючке было, ну как узел был, не узел, а как петля. То есть если у вас не будет на крючке узла, а будет петля, это больше вероятности того, что у вас крючок не оторвет. Так, смазали, все, готово. Так, все, крепко. Что делаем дальше? Дальше берем с вами бусинки. Берем бусинки. Бусинку выбираем примерно, ну, давайте возьмем 0,3 грамма, чтобы она была поменьше, вот, небольшая. Вот, зажимать ее сильно не надо. Ну, вообще, по-хорошему, я немножечко косяк упорол. Надо было сначала поставить бусинку, потом согнать ее вверх и отрезать кусок, где вы зажимали. Вот, но это чтобы вы все равно повредите леску. Вот, поэтому берете, аккуратно зажимаете, ну, вот как я, можно руками, вот, и сгоняете ее вниз. Все, вот так вот. Можно сюда вешать маленькую джиг-головку. Вот что у нас получилось. Вот такая вот чудо-удочка. Вот так вот она играет. Крючочек, бусинка и все. А сейчас посмотрим, как работает в воде. Так, берем крючок, берем с вами вот такую вот зимнюю приколюшку, насаживаем. Вот так. Раз. Вот так. И все. Вот что у нас получилось. Ну, сейчас посмотрим, как играет.